predominating deity of Srimati Radhika herself,
we have been hearing about her glorious name for Protestant Muslims and how they are present within the verses of the King of Scriptures, Grand Rabbi Shri Guru. По безначальной милости Шри Гуру Гурани, в течение этого священного месяца Карски, благословляющей госпожой, которого является сама Шримати Радика, мы слушали о славе ее имени, формы, качеств и ее лил и парикар, и также о том, как они скрытым образом, порог Шавада, написано Шукадевом Гослами в Шримат Бхагаватам. Радха Расулупа Кришна Према Калпалата Сакиганавай Тарапала Пушпапата. Шримати Радика is like a wish-fulfilling creeper that fulfills all the desires of Sri Krishna. Шримати Радика подобна лиане, которая может исполнить любое желание Шри Кришны. She is a Mahabhava Swarupa. Она Mahabhava Swarupa. Means she is not a female of this world. Она не девушка из этого мира. Or even of this Swargalok. И даже не богиня со Сварги. Or even a Lakshmi of Vaikuntha. Она даже не Махалакшми с Вайкунхи. Or a queen of Dwarka. И не царица Двараки. But she is Radha Purna Shakti, Krishna Purna Shakti Man, Dui Vastuvay and Shastra Man. She is the complete Shakti of the complete Supreme Personality of Godhead, Swayam Bhagavan Sri Krishna. Радика Пурна Шакти, Пурна Шакти Мана, Свайам Бхагавана Шри Кришна, полная Шакти самого Верховного Господа. So her form is the most condensed essence of Mahabharata Prem. Ее тело, ее трансцендентная сварупа, форма состоит исключительно из наивысшего проявления любви Махабхавы. Just like a doll made of sugar is nothing but sugar, inside and outside, above, on the sides, in front, behind, everywhere, only sugar. Подобно тому, как кукол, леденец, сделанный в форме куколки, пупсика, он сахар, он везде сахар. То есть голову ледут, ножки, ручки, там только сахар. Хотя формочка это как пупсик. So in the same way, Shrimati Radhika is only everywhere from head to toe the condensed essence of Mahabhava. Каждый миллиметр тела Шримати Радики – это самая сушеная, насыщенная форма проявления Махабхавы. First, love begins with sadhana, faith. Любовь изначально с самого низкого уровня начинается, проявляется в форме Шрадхи. And then Shraddha begins to grow, becomes Nishta, Ruchi, Asakti, and becomes Rati. И Shraddha начинает расти, Nishta, Ruchi, Asakti, затем перерастает в Bhava. Rati is the softness of the heart. Rati или Bhava – это сердце, которое становится совершенно мягким. Which is filled with Bhagavad Prat Abhilas, Anupod Abhilas, and Sohar Abhilas. That means intense desire to meet with Krishna, to render faithful service to Krishna and have very intimate friendship with Sri Krishna. И в этом состоянии сердце уже испытывает три желания: Бхагавад Прапт Абилас, Анукул Абилас и Сохар Абилас. Желание обрести своего Иштадева, совершать угодное ему, уместное и хорошее служение, благоприятное, и иметь очень близкие интимные отношения. When Rati becomes more intense, когда рати становится более насыщенным, and becomes imbued with mamatata shankita, excessive mamata possessiveness. И насыщается к нему, и ему начинает сопутствовать очень интенсивное чувство обладания мамата, что ты мой. Кришна, you are mine. Ты мой, Кришна. Then it's called prema. И тогда это называется према, если уже баба характеризует вот этой интенсивной мамотой, тогда это према. And when prema becomes even more, then love becomes more intense. И тогда эта према становится еще более интенсивной. And simply by seeing Krishna. И просто при виде Кришны. No, just hearing about Krishna. И даже не видя Кришны, если просто кто-то, обладающий прему, слышит имя no, Кришны. Just remembering Krishna, their heart melts and tears flow from the eyes. И вспоминая Кришну, начинает из глаз вылезать.
And there's a certain tenderness that I have to take care of Krishna. Такое чувство очень трогательное появляется по отношению к Кришне, желание заботиться о нем, ухаживать за ним. Because Krishna doesn't know what's good for him, I know what's good for him. Это чувство, что Кришна не знает, что для него хорошо. Я знаю гораздо лучше его самого, что для него лучше, что для него полезно. So then, that love is called sneha. И тогда эта любовь уже называется словом снеха. And when sneha becomes more intense, и когда снеха становится еще более интенсивным, and becomes imbued with a fresh sweetness, и к ней добавляется чувство такой свежей сладости, due to the adakshanya, that means some contrary mood comes, появляется такое строптивое настроение. Then it's called mana. Тогда эта фаза любви называется мана. And when the love in the state of mana becomes more advanced. И когда любовь продолжает зреть, становится еще более интенсивной с этого уровня мана. Then there's a feeling of the complete intimacy. Появляется чувство полной близости. Oh my beloved, your body and my body are one. My mind and your mind is one. My heart and your heart is one. My senses and your senses are one. О любимый, твое тело и мое тело это одно целое. Твой ум. О мой возлюбленный, твое тело и мое тело это одно целое. Твое сердце и мое сердце это одно целое. Мой ум и твой ум это одно целое. And there's a Vishwas. Близости и уверенности, вишвас, доверия полного. The vishwas, there's a confidence that he can never leave me. Вот эта вера, что он никогда меня не оставит. Whatever happens. Что бы ни происходило. Oh, whatever he said or whatever he does, even if he says that he will leave or he leaves, but he cannot leave. Вишвас это такой полная вера, что бы он ни говорил, как бы он ни поступал, даже если он грозится оставить меня, он никогда меня не оставит. He must come back for sure. Он всегда будет ко мне возвращаться. Because he is controlled by my love. Потому что моя любовь контролирует его. So that confidence is there, then it's called pranayama. И когда вот есть вот это чувство такой экстремальной близости, доверия и вишвас, веры в том, что мы будем вместе навсегда, вот тогда эта любовь называется пранайя. And when that pranayama becomes more intense. Но когда чувство любви продолжает насыщаться, становится более интенсивными. That situation, which would ordinarily be a cause of pain, it becomes a cause of pleasure, happiness. Возникают уже такие состояния от интенсивности любви, что то, что обычно причиняло бы боль, становится причиной радости. Oh, for the chaste lady, kulastri in the Vedic civilization, then for there to be rumors that she's unchaste, then this is worse than death. Для праведной девушки из ведического общества, кулластри, девушки родом из хорошей семьи, династии, прослыть неверной или какой-то неправедной, это хуже смерти. It is too painful. Это очень больно. But when Radhika comes in the stage of Raga. Но Радика, когда ее чувства переходят в эту фазу Раги, she becomes mad. Она становится безумной. Oh, Lalita Sakhi, take Mridanga. Она становится полностью бесшабашной. Она говорит, Лалита, возьми Мридангу. And cartels. Возьмите каракас. И джампы возьмите. And beat them loudly. И бейте в них очень громко. In the marketplace, in the town square. Пойдите на базарную площадь, на главную площадь городскую. And announce to everyone. И громко объявите всем. The daughter of Prishabhana Raj is having an affair with the son of Nanda Maharaj. Дочка, идите вместе в барабаны на городской площади и объявите всем там, что дочка Прешамана Махараджа вступила в отношения с сыном Нанды Махараджа. I don't care. А мне все равно. Of course, Lalita won't do it. Конечно, Лолита не послушается Радику. It's just ecstasy of the moment. Но это экстаз Радики такой, немалёвый. Have to understand the мано-бишнасы. Потому что не надо всегда кидаться исполнять любое пожелание, надо все-таки соображать, что вы исполняете, и понимать истинное желание того, кому вы служите. When that raga becomes more intense, becomes anuraga. Но когда это
рага становится еще более интенсивной, она перерастает анурагу. In that state, then any gopi may desire to take birth as an inanimate object if it gives them a chance to get close to Sri Krishna. И в этом состоянии гопи уже они могут завидовать даже неживым объектам, то есть они уже сами мечтают о том, чтобы там проявиться, родиться в форме неживого объекта, если это предоставит им шанс оказаться поближе к самому Кришне, к его телу. Гопьяки мачарайам кошалам спавейну дамо дарадана судам рапи гопикам бунте своям ненавишисто расам радиньо пришатто тосу чустарво ядая. But one gopi is saying, what austerities did Krishna's flute do in his previous life to always be in the hand of Krishna, in the belt of Krishna, in the pagri, in the turban of Krishna, or especially drinking the nectar of the lips of Krishna? Одна гопи начинает ревновать флейту Кришна к его флейте и говорит, да какие аскезы эта флейта совершала в прошлой жизни, чтобы оказаться постоянно на теле Кришны, то заткнутый в его ушах, то у него в руках, то где-то спрятано в его одежде, то вообще на его устах прямо. I want to know. Я хочу узнать. And I'll do the same austerity so that in my next life I can take birth as a bamboo tree. Хочу узнать секрет успеха этой клейты, чтобы самой совершать эти аскезы, чтобы в следующей жизни я родилась в форме бамбука. And then someone may cut me and make me into a flute and I can stay always with Krishna. Not even he was sleeping with his flute. Пусть меня срубят, из меня сделают флейту и подарят Кришне, и тогда мы будем неразлучны, я буду с ним даже спать на его подушке рядом. In anurag there is prema vaichitya. В состоянии анураги приходит вот это према вайчитья. That means even when Krishna is together with his beloved, but she starts to feel intense separation as if he's not there even when sitting in his lap. Это когда гопи в этом состоянии уже начинает в анураге испытывать чувство разлуки, даже находясь рядом с Кришной, даже сидя у него на коленях или в его объятиях. Они начинают реально верить, что они в разлуке с ним, что его нет рядом. Анкасти тейпи дайте кимапи пралапам хамохалити мадурам видадата касмат. Радика sitting in the lap of Krishna begins to weep. Ha Mohan, oh Mohan, where are you? Радика сидя на коленях Шри Кришны начинает рыдать, вызывая, о Мохан, где же ты? And anurag has so many other symptoms. Анураги множество симптомов. We just dig darshan, just pointing in the direction of. Нас можем обсуждать все в подробностях, мы просто даем общий контур, общее понимание вот этих фаз, према. When this love, anurag, becomes more intense, it becomes mahabhav, ruddha bhav. И когда анурага становится более интенсивной, она перерастает в махабхаву, руддха бхаву. Намеша сатасана Джанита Ридвилона Шанакалпатва Татса Сукей Пьятинаша Санкая. Many symptoms are there in Buddha Bhav, such as being unable to tolerate the separation from Krishna, which is caused by the blinking of the eyes. Одна из характеристик, симптоматик Рудха Бхавы – это невыносимость даже стерпеть, когда моргают веки. Потому что это одно мгновение кажется невыносимым, потому что оно закрывает глаза и не дает возможности смотреть на Кришну. So this frame is supernatural. То есть, it's not anything that can occur in this world. Такой любви в этом мире нет. Это сверхъестественная любовь. Only looking at Krishna and then the eyes blink. Просто гопи смотрит на Кришну, глаза моргают. And the separation for the blinking of eye seems like yugaitam nimeshinam for thousands of years. И вот эта одна секунда ей кажется целой вечностью, что юги проходят, она не видит Кришну. Asana Ridvilolanam means that if someone has this mahabhav, then all the moving and non-moving living entities in the vicinity of that person become affected by the waves of that brain. И тот, кто
носит сердце эту Махабаву, он оказывает влияние на все живые, неподвижные, движущие, неподвижные живые существа вокруг себя, силой своей любви. And even meeting together for thousands of years seems to pass like a second. И даже встреча, которая растягивается на тысячелетия, она пролетает как одно мгновение для них. That's okay, Pyati Sankaya. Even though Krishna has been served and Krishna has been loved in the most wonderful way and Krishna is completely satisfied, yet that gopi, she's full of anxiety. Well, perhaps Krishna is not happy. И вот эти постоянные переживания гопи, что несмотря на то, что очевидно, что Кришна очень удовлетворен, что он очень рад всему, все равно гопи находится в постоянном волнении. Все ли так, все, угодила ли я ему, услужила ли я ему. So, Rudra Bhava has many symptoms, and then it becomes Adirudra Bhava. То есть у Rudra Bhava, о котором сейчас идет речь, много своих симптомов, а потом она перерастает в Adirudra Bhava. In Adirudra Bhava, if Krishna is far away in Dwarka, в таком состоянии, например, если Кришна находится далеко в Двараке, in the embrace of Queen Rukmini, даже если Кришна сидит в дворце царицы Рукмини в Двараке, but Radhika being in Vrindavan on the bank of Jamuna, wrapped in Krishna's pitamba and remembering her pastimes, cries out, Ha Shama Sundara, then at that exact moment, Krishna in Dwarka will faint. То есть Кришна может находиться очень далеко от Радхи и находиться может в объятиях своей главной царицы Рукмини в Двараке. Но если Радика, находясь в этом состоянии Адирудха Бхавы, сидя у берега Ямуны, проливая слезы, закутавшись в чадар Шри Кришны и скажет «Ага, Кришна», Кришна тут же потеряет сознание, находясь в объятиях Рукмини, даже тут же это почувствует. Мои бхакти бутанам амрита твая калпате дистая насин мацнея бхавати нам вадапанаха. Why does he faint there? Because the frame of Radhika draws him from there and he appears at once there in Vrindavan. Что значит он теряет сознание? Он просто, то есть исчезает из Двараки. Любовь Радхики силой забирает его оттуда к себе. И он лежит как без сознания в руках Рукмини. Adirudra Bhav, that is becomes modern and mohan. Затем Adirudra Bhav становится modern, затем mohan. Modern can be in meeting or separation, but mohan is only in separation. Чувство модена может проявляться как во время встречи, так и во время разлуки. Но mohan, mohanakya mahabhava проявляется только в разлуке. In the mohanakya mahabhava, when Radhika is crying for Krishna, the emotion is so powerful that even the fish in the Jamuna begin to weep. Когда находясь в состоянии эмоций Моханакья Махабхавы, Радхика рыдает по Кришне, ей сопереживают даже рыбы. Рыбы в Ямуне начинают плакать, even чувствуя ее боль. She's suffering more than all the suffering in the whole universe. No, more than all the suffering in all of the universes, in the past, the present, and the future put together. She's experiencing that, but at the same time, she's only thinking, let my Krishna be happy. То есть, находясь в разлуке с Кришной, Радика испытывает такую неописуемую боль, что эта боль превосходит не только боль всей Вселенной. Эта боль превосходит боль всех Вселенных, совокупность всей боли, всех Вселенных, прошлого, настоящего и будущего. Вот настолько ей больно, когда она вдали от Кришны. Но при этом она все равно думает, пусть моему Кришне будет хорошо. She thinks, if I cannot serve him in this life, in this body, let me give up this body. Она думает, если я непригодна для него в этой жизни, я не могу служить ему, то лучше умереть тогда. This body has earth, water, fire, air and ether. Пусть тогда это тело станет ресурсом для служения Кришне, потому что тело состоит из элементов. Тут есть и земля, и огонь, и вода, и воздух. So, just like the yogis, they give up their body and the elements of their body mixed with the totality of material elements. То есть йоги умеют разлагать элементы в обратном порядке, и эти элементы из их тела сливаются с тотальностью элементов Вселенной. Radharani is praying, oh, let me leave this body and the earth of my body will mix with the soft dust and be very comfortable for the lotus feet of Krishna. Radhika начинает думать, она думает, лучше мне умереть, пусть элемент земли из моего тела сольется с землей,
пыли Вриндавана станет мягким песочком на тропинках Враджа. May the water in my body mix with the totality of water. And when Krishna goes for snan in a lake, then I will cool him down and refresh him. Пусть элемент воды из моего тела сольется с тотальностью элемента воды и присоединится к воде водоемов Враджа. Когда Кришна будет омываться в этих озерах, я буду касаться его тела. Oh, let the fire in my body mixed with the totality of fire. Пусть элемент огня из моего тела сольется с тотальностью огня. So in the morning when he wakes up and he looks in the mirror, then that fire from in the rays of the sun will come and he'll illuminate his face and he'll smile. И я стану лучиком солнца, и когда утром Кришна будет смотреться на себя в зеркало, я буду освещать его отражение. Let the air in my body mix with the totality of air, so that when anyone is fanning him, then I can cool him. Пусть элемент воздуха из моего тела сольется с элементом воздуха Вселенной. И когда кто-то омахивает Кришну, я буду этим приятным ветерком. Then, comes the Madanaki Mahabhava. И затем уже наступает Маданаки Махабхава. This Madanaki Mahabhava is only in Srimati Radha. Madanaki Mahabhava. Actually, even Mohan is on him. But Mohan is only in separation, and Madan is only in meeting. Mohan присутствует только в чувстве разлуки, а Madan во время встречи. In Madanaki Mahabhava, Srimati Radhika can do stuti, offer praise to any object which even is not connected with Krishna, but just is connected with something which is resembling Krishna, and she will pray and glorify that object. Находясь в этом интенсивном состоянии, Радика готова молиться чему угодно, даже чему-то, что непосредственно не связано с Кришной, но как-то косвенно связано с чем-то, что связано с Кришной. Она будет молиться этому объекту, прославляйте его удачу. Дустарам катрадали малати комалям макаратта папура ханта гостапати нанданопама я тамалавалам упагуете. Radharani said, "Oh Sakhi, can you see this jasmine vine?" Radhika said, "Sakhi, посмотри на вот эту жасминовую веточку." This jasmine vine looks very soft and tender. Эта лиана выглядит очень нежной такой, уязвимой. But don't be fooled. Но это обманчиво. Ее внешний вид обманчив. This jasmine vine has done kathor tapasya, extreme severe austerities. Ты не ошибаешься по поводу этой жасминовой лианы, потому что она совершала kathor vairagya, тапасьи, очень суровые аскезы. That in this life she is wrapped around, that means embracing a tamal tree, which resembles somewhat in complexion to the sun of Nanda Maharaj. Она совершала очень много аскез, чтобы в этой жизни она могла обвивать ствол дерева тамал, чей темный цвет напоминает в какой-то мере цвет тела Шри Кришны. So there are many mysteries in the Madan. То есть очень много тайн скроется в этих состояниях. It will be любви Радхики. Another lecture. Этому можно уделить отдельную лекцию. But we just want to express that sarva bhava gamo lasi madano yam parampara rajate lalini saro radhayam eva yasada. All the different emotions of love that we have described from the beginning and to the Madanaki Mahabhava, sarva bhava udgamo lasi, when they all come at the same time, madana yam parampara, this is called Madanaki Mahabhava. Prems naya man pranaya raga anurag vrda bhava adi vrda bhava moda mohana, etc. То есть Madanaki Mahabhava содержит в себе элементы всех предыдущих фаз развития према, то есть начиная от према, снега, ман, праная, рага, нурага и так далее. То есть когда они все характеристики проявляются одновременно,
Это и есть Мадараки Махабхава. So Sarva Bhav Udgamo Lasi. Oh, it is a very joyful state where all the different stages of love are appearing simultaneously. Madanoyam Prapara. То есть происходит вот такой всплеск вот этой многогранности любви, всех вот этих характеристик предыдущих этапов интенсивности прямо и в процессе ее развития. Это все всплывает одновременно. Rajate Ladini Saro. And it is shining as the essence of Ladini Shakti, that is Krishna's pleasure potency. И вот эта любовь, вот эти эмоции любви, они сияют, светятся как эссенция энергии удовольствия Кришны. Radha Yam Eva Yasada, and it is only eternally present in Shrimati Radhika. И вот эта удивительная любовь присутствует вечно только в Шримати Радхарани. So the essence of all happiness, the essence of all pleasure for Sri Krishna lies in Shrimati Radhika. То есть в Радике заложен секрет эссенции удовольствия Шри Кришны. And not in anyone else or anywhere else. И только в ней, ни в ком другом, и ни в каком другом месте. So if Shrimati Radharani will leave the Rasa Lila. Поэтому если Радика, которая несет в себе эссенцию удовольствия Шри Кришны, уходит с танца Расы, then Kamsari api samsara Mbasana barasankala Radharede adaye Tattaja rajasundari. If Radhika will leave Rasalila, then Krishna cannot experience any happiness at all. То есть если Радика уходит с Расалилы, то в Кришне уже не видать никакого удовольствия. Потому что все его счастье, его удовольствие, его радость кроется в Шримати Радхарани. Kamsari, Krishna is Kamsari, the enemy of Kamsa. So he's very strong. Зовут Kamsari, брат Kamsa. But even though he is very strong, Kamsari api, although he is very strong, Kamsari api, samsara, vasana, bada srinkala. He's bound by the samsara vasana. И несмотря на то, что он такой сильный, что он одолел Kamsu, он связан с самсара васаной. So, actually everyone in this world is bound by the samsara vasana. It means the samskaras of the repeated cycle of birth and death. Samsara vasana. Samsara vasana – это самскары, связанные с тем, что мы находимся в постоянном цикле рождения и смерти, все эти самскары. But here it means сам completely. Но в этом случае сам означает полностью. Сар. Сам я рядом. Раджите ладини саро раджите ваясата. He saw means samsa, the complete essence of the Ladini Shakti, because Sri Krishna has a vasana, some impressions of his pastimes with Radharani. He's completely bound by that. And without her, he cannot live. Sam, полностью сам. Samsara vasana, vada srinka. То есть самсара в случае, в этом контексте это не стиха, что Кришна столько самсара его встреч Радхи, этого удовольствия неописуемого, той радости, которую он испытывает, рядом с Радикой, то он повязан вот этими самскарами, васанами, самскарами, самсара васана, Кришна, это он в этой удавке. So even though many beautiful gopis, the Chandravali, Pali, Shamala and others, they're all trying to serve Krishna, but it's as if they're not there, he's looking through them. То есть, как только, если Радика ушла, то неважно, какие красавицы, сколько их пытаются там угодить ему, завлечь его внимание, он смотрит сквозь них, потому что без Радхи ему вообще ничего не надо. Vasana bada shrinkala. It's a shrinkala. That means like a shackle. A person in shackles cannot move. So see, Krishna's heart is kept captive by the shackle of Srimati Radhika's prayer. То есть любовь Радхики – это как окованное сердце Кришны. То есть он полностью окован, привязан навсегда. So even though all gopis are trying to please him, but see, Krishna, Radha, Adiyavitaye, he just takes his memory of Radharani into his heart, Tattaja Rajasundari, and gives up all the other gopis to be alone. He would rather be alone with his memory of Radhika than in the company of all the other gopis put together. Krishna любит Радику так сильно, что он предпочитает остаться в полном одиночестве, наедине с воспоминаниями о Радхе, чем довольствоваться
развлечениями, удовольствием со всеми, не с одной из какой-то из тех гопи, а даже со всеми взятыми гопи. So try to be her das, dasi. Поэтому поймите, кто такая Радха, и поймите, как, насколько завидное положение, вот эта возможность быть ее служанкой. И все старайтесь, стремитесь сделать это своей целью, стать служанкой Шримати Радхи. There is no other possibility or attractive proposal even if you understand Rasatattva. Если вы поняли Rasatattva, no поняли, кто такая Радха, какова сила ее любви и контроля над Шри Кришной, то самая лучшая должность во всех вселенных для вас это стать служанкой этой Радхарани. Sushila Bhaktivinoda Thakur said, oh, leaving everything, try to become the Dasya of Radhika. Bhaktivinoda Thakur призывает к этому, что говорит, да бросьте все вообще. Do or die. Просто поставьте себе вот такую цель. Я умру, добиваясь того, чтобы стать служанкой Шримати Радхи. И сделаю это. So, in Vedic culture, what is Saubhagya, good fortune? Что в ведической культуре считается Saubhagya, благой удачей? In Vedic culture, a woman is called Saubhagyavati if she can make her husband stand up and sit down by the movement of her eyes. So, Lakshmi Devi, she cannot affect Krishna at all. Lakshmi Devi никак не может повлиять на Кришну. Lord Narayan does not dance. Господь Нараяна не станет танцевать с ней. Why? Почему? Because dancing is an anubhav, a manifestation of ecstasy. Потому что поведение, поступки Господа это все анубхавы, внешние реакции на внутренние эмоции. So, Lakshmi Devi doesn't have a love that can make him dance. И вывод следующий, что у Лакшми нет настолько сильной любви, которая может заставить Господа захотеть танцевать. Кришна is Natabara. Кришна Натабара. The best of dancers. Лучший среди танцоров. Бхагавидам Натабара Бабу. Why? Почему он лучший среди танцоров? Because only seeing the love of Radhika, Кришна is dancing. У него много практики, потому что... Anubhav, he cannot control it. Anubhav, он не может это контролировать. Посмотрела на него, он сразу танцует. So this is the question. The question is, a woman is so bhagyavati, fortunate, if she can control her beloved. То есть женщина считается so bhagyavati, удачливой, если она контролирует своего возлюбленного. So who is really the goddess of fortune? Поэтому кто действительно считается богиней удачи? Is it Mahalakshmi? Это Махалакшми, богиня удачи. Is she deserving of the title Rama? Оправдала ли она этот титул Рама? So, заслужена ли это? Who is truly Rama, the goddess of fortune? That is Shrimati Radhika. Заслужена Рамой должна называться Шримати Радхика только. So yesterday we began to discuss how Shrimati Radhika is describing this verse. Evam Parisvanga Utunga Karabi Marsha. Sing Dekshu Dhamma Vilasa Hasai Remei Remei Sho Raja Sundari Viye Swat Yes Vaha И сейчас мы возвращаемся к обсуждению Парабхавада скрытого имени Радики Йохани Стихакши Мадхавата Ятхапака Свапартибимба Бипрама Krishna is dancing with Radhika and her sakis and other gopis, Braja Sundari Bir, like a child playing with his own reflection. Мы уже слышали, как Шабхадава Госвами сравнивает танец Расалилы Кришны с гопи, подобно тому, как ребенок взаимодействует, общается с собственным отражением в зеркале. So yesterday we described how when a child sees his own reflections, he thinks it's someone else, but it's himself. Ребенок, подошедший к зеркалу, видит отражение, удивляется, и думает, что это кто-то другой ребенок, хотя это его собственное отражение. But he's bewildered. Но ребенок, он... So in Rasalila, Krishna is bewildered. Radhika is nothing but his own Atma. His own Ladini Shakti manifested outwardly. And bewildered, he's playing with his own reflection, Radhika and the Gopis.
Но Кришна, ребенок находится в заблуждении, поэтому он принимает свое отражение за другого ребенка. Кришна тоже находится в таком помешательстве, заблуждении и принимает свою собственную атму Радху за кого-то другого. So Krishna and Radhika, they are the Advitya. They are not. There's no duality in them. Vastya Advityam Nishtam Kaivalyaika Prayojana. Bhakti Prayojanam. Kaivalya Prayojanam. Kalu Kevala Bhakti. Kevala Bhavat Kaivalya. Gurvacha Brahmana Vidya Karmani Sancha. Karmani Bhadeva. Вы уже слышали, потому что кайвалья это означает только бхакти, ничего тут персонального нет по факту. So sometimes this Vedanta philosophy is difficult to understand. Иногда Веданта, философия Веданты достаточно сложная. So this, достаточно, очень сложная. We can give this non-dual explanation of the non-dual reality, or in an example that a farmer, even a farmer, can illiterate farmer can understand. Поэтому мы можем ли пытаться вот это биться с этой трудной философией, понимая адвайту, индивидуальность, или просто привести пример, который даже колхозник поймет. Тинчана экачолата, эйшо атвича, бихара бихари дасьор, антаранитя бихар. Just like if there's a bean. Если у вас, если посмотреть на стручок гороха, so if you open it, there's three peas inside. Если вы возьмете стручок турецкого горошка и вскроете стручок, внутри увидите три горошины. Three dal beans inside. Три горошины. So one is Krishna. Одна горошинка это Кришна. One is Radhika. Вторая горошинка это Радха. And one is Sakis and Manjaris. Третья горошинка это Саки и Манджари. And they all wrapped up in Vrindavan Kama. А стручок это Вриндаван Кама. And that is Advaya Gyan Tattva. It is one. Вот это Advaya Gyan Tattva. Индивидуальная высшая реальность. Один стручок. So Yatabaka Svapratibimba Vibrama. Oh, Krishna and Gopi say not separate thing. Krishna and Gopi это не отдельные какие-то разные реальности личности. But the Tattva is the Sajatiya Vijatiya Swagat Bedrahita. Мы слышали про Свапракаш сегодня. Свагатия, Вижатия, Свагат Бедрахита. Yatavaka Swapratibimba Vibrama means that if you have one mirror, two mirrors, three mirrors, then everywhere you look, there's a form of you. Если вы зайдете в комнату зеркал и посмотрите, то увидите в каждом зеркале собственное отражение. So because Braja Gopis are like mirrors. И потому что Braja Gopi они подобны зеркалам для Кришны. So there's one Krishna with every Braja Gopi. Поэтому они как зеркала, поэтому у каждой Гопи свой Кришна. Another meaning. Upadhyamana Udgayan. Vanita Shata Yutapa Maam Bibrad Vajantim Vyacharam Mandanam Banam. Banam Banda. See, Krishna is singing. And whatever Krishna is singing, gopis are also singing the same. Like just this reflection in the mirror is doing what you are doing. So Krishna is singing and gopis are singing. И Кришна поет, и гопи подпевает ему. То есть как отражение, как он поет, и они подпевают ему. О, Yathavaka Svapratibimba Vibrama. Vishvesham Anuranjanena Janayam Anangamindivaram Shweni Shamala Komalakupayanayam Anga Anangutsavam Swatschandam Rajasundarini Abhita Pratyanga Avita Singara Saki Murti Mam Iva Mado Mugdo Hari Kridati. Mugdo Hari Kridati. He Jayadev Goswami. Jayadev Goswami. He's describing the Rasa. Mugdo Hari Kridati. Krishna is the playing and he's bewildered. On Jayadev Goswami описывая Раса Лилу, говорит, что Кришна играет, но он находится в полном заблуждении. In this play is Sringara Samurti Man. Он Шринга Раса Муртиман в этой игре. That means that he is the embodiment of the romantic
erotic mood. То есть он олицетворение романтической, эротической любви. Why? Because Vishvesham Anuranjanena Janayam, see Krishna, by his very smooth and soft and cool body, he is embracing Braj Gopis and giving them all types of happiness. Потому что своим прохладным, крепким, таким неописуемо приятным телом Кришна касается тела Брадж Гопи, доставляя им Swachandam Brajasundari Virabhita Pratyanga Alingita. And the Brajagopis, Swachanda, as they like, independently, according to their own desire, they are embracing each and every one of the limbs of Sri Krishna. And the gopis, in So actually when the heroine meets with the hero, Swachandam Brajasundari, no, not Swachandam, she is not independent. Обычно во встрече девушки и юноши, в ведических ролях, там нет никакой независимости у нее делать, что According to the activities, according to the desire of the Puru, she is following that. Потому что этикет такой, что женщина исполняет всегда желания мужчины. То есть она действует строго в соответствии с его предпочтениями и его пожеланиями. But Snigdekshitu Dhamma Vilasa Hasai, when the Vilasa that play becomes very deep. Но когда игра Кришна и Гопи стала очень интенсивной, Vilasa Hasai, now it becomes full of the Hasya also. Swingar Rasa mixed with Hasiras and full of joking. То есть когда игры интимные становятся очень такими насыщенными, достигают пика, то появляется очень Хасираса, очень много юмора. Now the heroine is also... Юмор всегда сопутствует романтической любви. See, Krishna is always laughing, but now heroine is also laughing. То есть Кришна и так всегда смеется, но сейчас у героини начинает смеяться. What does it mean? Что это значит? Ладжа чед лила. То, что уже нет смущения никакого. Now ладжа чед, slowly, slowly, all the ладжа, all the shyness of the heroine has been cut, 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 nothing left. Как в Астрахарам лила была вот эта ладжа чед, то есть Кришна убирает отрубает их смущение. То есть сейчас уже копит, то есть если уже говорится, что героиня смеется, значит уже нет никакого смущения, никакого стыда, никакой закрепощенности в них. Then it becomes Swachandam Brajasundari Viravita Pratyanga Alingita. Now the heroine is leading the plila. И поэтому уже и теперь девушка берет на себя героическую ведущую роль. So before Krishna is meeting with his heroine, but now the heroine is becoming like Krishna and then exchanging their roles. Идет Випарита Вилас, то есть обмен ролями. То есть теперь девушка берет на себя доминантную роль, она уже как хочет, она выражает свою любовь к Кришне. How was the mood, how was the activities of Krishna? Now he is reflected in the heroine. So Прибимба вибрама. То есть поэтому сейчас они настоящее отражение Кришны, потому что сейчас Випарита Вилас. Гопи отражают то, как вел себя до этого Кришна во время их демонстрации. Сейчас они уже это как полностью отражают своим поведением по отношению к нему. So here in this verse, Ramay Ramay Shol Braja Somundari Dhiya Radharani, it is said Ramay Rama Isha. Oh, see Krishna becomes controlled by Rama. То есть мы вчера слышали объяснение Рамеш, что это неповелитель Рамы, а что Радха сейчас госпожа Кришны, и сейчас они поменялись ролями. So, then, now we're coming. Yesterday I gave you some homework. Вчера вам дали домашнее задание всем. Вы делали домашнее задание? Raise your hand if you did your homework. А ну поднимите руки, кто делал домашнее задание. You did the... Поспрашивают, делал ли, не преуспели ли вы в нем, а хотя бы делали ли домашнее задание? So, what was the homework yesterday? Perhaps the most famous verse of Srimad Bhagavatam. Where Sri Krishna admits that he is defeated and cannot repay Braj Gopis.
парейхам ниравартя самьючам свасадам критям вибудайка шапива ям мапачам турчаяте сангла самврши талва патияту So, oh my dear gopis, I cannot repay you. Krishna говорит, обращаясь к гопи, я не способен отплатить вам. Even if I were to become your servant for millions of years for the life of Lord Brahma, даже если я бы стал вашим слугой на миллионы лет жизни Господа, на жизни Господа Брахма служил вам. Because just to serve me, you have broken all the shrinkles. Ради меня вы оборвали все оковы. The shackles of a household life and Vedic Dharma. Ради меня вы нарушили каноны ведической дармы, вы разорвали оковы семейной жизни. So I cannot compensate you. But this love that you have is so pure and so joyful. The joy that you feel of this in your love for me, let that be your compensation. Я заплатить вам за это, платить никак не могу, не способен за эту жертву, которую вы принесли ради меня. Но вот эта любовь, которая побудила вас на этот героический поступок, эта любовь настолько чиста, и она сама озаряемая и радостна, что довольствуйтесь вот этой радостью. So yesterday we were saying Radharani's name is in this verse. И вчера я вам сказал, что имя Радарани скрыто в этом стихе. You can raise your hand if you found it. Поднимите руки, если вы нашли. I can share my work. I couldn't find anything. He did the homework, but he could not find it. Anyone? Did anyone find the answer? This is a very interesting one, because I was just saying, Basana Bada Shinkala, Radharani is a Shinkala, and the heart of Radhika. This is very good commentary. Shrinkala. It's not exactly a name of Radharani. But according to the Rasavichar, we can give them also extra points. Anyone else? It's like Krishna, no more on the leg of Mother Yashoda, so Radhika is Shrinkala. Еще попытки. Давайте попустрей. Лаванга Прабху. Нет. На паре. На паре. Пара. It's to be short. No. Anyone else? Еще. Anyone else will have a guess? Догадки еще есть? Саду. Саду. Okay. Rajasundari, give her a chance, she's been holding her arm up. Yes, Rajasundari. Yeah. I'm very happy that everyone was meditating. And before we know it, everyone is in Radharani everywhere. This is the main problem of the Braj Rasik Bhakta Sangha. You start seeing Radharani everywhere. So I will tell. Do you know that one name of Krishna is Madhav? Вы знаете, что одно из имен Кришны это Мадхава? What does Dhava mean? Что значит Dhava? Husband. Dhava means husband, Vallabha, beloved. Dhava значит возлюбленный. Beloved of whom? Возлюбленный кого? Ma means Lakshmi. Madhava means the Radha Lakshmi Vallabha. But because Radharani is really the goddess of fortune, she has controlled her beloved fully.
So Ma is one name of Radhika. It's original Lakshmi, she is original. Sarva Lakshmi Mayi Sarva Kantim Samo Inimpara. So Ma is the name of Radhika. It's Ma, Ma Dhav, это имя Господа, то есть Dhav, возлюбленный. Ma означает обычно Лакшми, но так как мы знаем о правиле, если речь идет о Вриндаване, то Ма или Рама или Лакшми относится, Шри относится только к Радхе. So, это возлюбленный Радхи. На Париям, Нирвадья Самуджам. I cannot repay you. So Nirvadya Samyujam means that your connection with me is immaculate, completely pure, spotless. It has no fault. It is a faultless meeting with me. Говорит, наша встреча безупречно чистая. Нет ничего порочного в наших отношениях совершенно. Я Мавадан. That means Я, who? Абаджан, for the sake of serving. Ma, me. Krishna is saying, Ya Majam, for the sake ma, of serving me. Ma, Abhajan, тот, кто ради служения мне, Ma. Oh, Ya, Ma, Abhajan. Или Ma, oh, Abhajan. That Ma. Та Ma. That Lakshmi, that Radharani. For the sake of serving me, she has left everything. То есть, so только, вот это Ma и есть имя Радарани. Это Ма, это больше значит Лакшми. Та Ma, которая оставила все ради служения мне. So here see Krishna is addressing Ma, Abhajan. Ya, Ma. Because Ma, ma and A, Ma, Lang A, and A, Vajan have come together. Ya, Ma, Vajan. Так как Ма это длинное А, а так как тут второе слово начинается с А, то остается одно А, но тоже длинное. Ма, Vajan. And by the rules of Sandhi. По правилам слияния слов, в санскрите, когда два слова, должно быть словосочетание. Why is Krishna saying this? И почему Кришна говорит это? See, Krishna had himself disappeared from the rasa and even abandoned Radhika. Krishna скрылся с раса лилы и даже позже оставил саму Радику даже. After some time, seeing the astonishing separation moods of the gopis. Через некоторое время, наблюдая за удивительными настроениями Браджагопи, за проявлениями их эмоций. And seeing Radhika crying, Kurpadi bi brahmati di bhavadai vashamna. If I cannot serve you, then let the remainder of my life be added to yours, and I will leave, and may you have a long, happy life in Vrindavan. И видя расстроенные чувства, в которых находится Радика, что она говорит, если я уже не могу служить тебе, то я лучше уйду. Seeing that Radhika could not live for another moment, Krishna, quickly from his hiding place, where he was watching this scene, this astonishing separation of Braj Gopis, he quickly ran there. Он уже понял, что сейчас Радика находится на грани жизни и смерти, что уже полный перебор эмоций для нее, что она сейчас может уйти. И Кришна не выдержал, конечно, и выбежал из кустов, в которых он прятался. Часам авирабут шоури смайамана макамбаджа питамбара дарасрагви сакшан манмата. He was holding his питамбар, because he ran so quickly, he was holding off. Почему говорится, что он держал питамбар в руках? Потому что она скользала с его плечей, пока он выбегал из кустов, ему пришлось схватить в руку, чтобы не уронить накидку на землю. Шастрике. So, Krishna appeared there. And when gopis saw him, then they all responded in different ways according to their mood. И когда наконец-то гопи увидели Кришну перед собой, все в соответствии со своим характером отреагировали по-разному. Now just see, he's sakshan manmata manmata. Sakshat manmata manmata. That means he's so beautiful, he can churn the heart of Cupid. Он настолько красив, очарователен, что он может свести с ума любых купидонов всех. And so he's awakening. Mm-hmm. The sabaya, sabajayetva, tamananga deepanam. He's awakening the amorous desires in the hearts of Brajagopis. But because he just left, abandoned them and came back, they feel disrespected by him. So even though he's sakshan manmata manmata, and they want to embrace him, and they want to, so bhishta slesha vikshadi viroda mana uchate, they want to look at him, they want to embrace him, they want to serve him in all ways, but something is stopping them. And that is the ma. То есть сакшат манмата манмата. Он невероятно красив, он может пленить всех купидонов. Понятное дело, будучи таким красивым, он своей красотой порождает тут же желание в сердце
Sam stutte ishat kupita bashi. Но, несмотря на то, что Гопи безумно не хочется подбежать к нему, обнять его, всячески ласкать его, разговаривать с ним, приветствовать его, что-то мешает. Что это? Это ман, это обида за то, что он не уважил их, он бросил их, он обидел их. И вот это чувство блокирует их, вот это все-таки возможность. The primaras. Now the primaras is creating an incredible tension. То есть сейчас вот такое напряжение создается эмоциональное. Примараса сама создает вот это напряжение. On the one hand, sabajekva tadananga dhipanam sahasa lilakshana vibrama bruva. Krishna is looking at them. Кришна посматривает на них. And he's so beautiful. И он прекрасен. His smile. Его улыбка is like camphor. Подобна камфоре. And his twinkle in his eye. И блестящие его глаза. Is like a spark igniting the camphor. То есть искорки его взгляда, они подобны искрам, которые зажигают эту камфору. What happens if a spark will touch the camphor? Если искра падает на камфору, что происходит? You saw today in the fire. Вы видели на ярмарке, как when they took the flame to the camphor. Камфора тут же ополохнула. And then, sahasali lakshana vibrama bruva. And his eyebrows are moving. А его брови тоже так гуляют. And that's like a fan. Это как веером, который омахивает эту искру, которая падает на камфору. So from his smile the camphor is coming. From his twinkle in his eye the spark is coming. And from the movement of his eyebrows, fanny, the ananga deepanam. The influence of Ananga in the hearts of Brajgopis. But at the same time, they're upset with him. So they don't want to submit to him. Желание, которое навеивает Купидон в сердце Гопи, разжигается, но при этом они очень обижены на него, что он так с ними поступил. И вот это... So that Anangadipanam is not only in Brajagopis, Krishna is also. So in both of them, Anangadipis вот inflames, пламя, but an obstacle is there. Пламя Купидона уже горит не только в их сердцах, но и в сердце самого Кришны оно горит, это Анангадипа. Но при этом между ними стоит это препятствие в форме мана Гопи. Only a genius. Только гений. Only a person who is truly Rasik Shekhar, the connoisseur of all rasas, can remove that obstacle. То есть с этой ситуацией может справиться только Расик Шейкар, только там самый опытный политический герой. How? Как он может с этим справиться? Яма Баджан Дурджая Гея Свинкала. This is how. Вот этим образом. So how, by this glorification of Radharani, Krishna moved the obstacle in that tense moment, we'll explain in the next. То есть Кришне пришлось работать с этой напряженной ситуацией этого мана, и поэтому вот он прибег к помощи этих комплиментов, слов, которые он говорит к Радике, чтобы убрать с пути вот это препятствие мана Радики, и о том, как это он сделал, мы услышим завтра. So tomorrow there'll be morning Bhagavatam class. Утром класс, как обычно, Бхатаджи. But I have to go for some engagement. Потом Гуру должен учиться по важным делам. To Delhi. В Дели ему надо уехать. So the continuation of this class will not be tomorrow evening. It will be the next evening. Вечером завтра программы не будет. У вас свободное время. So one day recess, and we'll continue not tomorrow, the next evening. Продолжение все будет как обычно послезавтра. Завтра только утренний класс, и потом у вас So your homework is how did Krishna's words remove this obstacle? And we'll test you when we come back.